Наш боевой десант retail.ru продолжает свою миссию на выставке ProdExpo 2022. Мы знакомим вас с интересными людьми, интересными продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Екатерина, я представитель компании Alpha Pet, компания, которая занимается производством кормов для домашних животных. Я вот здесь вижу две упаковки, я так понимаю, конечно же, это не весь ассортимент, но что вы нам сегодня покажете? Мы вам представить хотели сегодня корма сухие для собак и кошек. Это корма супер премиум класса, качество холистик, с большим содержанием свежего мяса в составе общемясных компонентов. Наша компания – это одна из немногих российских компаний, которая производит корма с большим процентом свежего мяса, и, соответственно, у нас есть оборудование европейского качества, которое вообще позволяет вводить в рацион для кормов для собак и кошек большой процент свежего мяса. Здорово. Во-первых, повезло собачкам и кошечкам, которые питаются именно этим кормом. Давайте, наверное, расскажем, где вы базируетесь, из чего вы берете сырье. Базируемся мы в Московской области, Дмитровский городской округ, сырье российского происхождения, абсолютно все. Замечательно. Представлены ли вы уже в ритейлах, представлены в магазинах федеральных, или вот у вас первый выход такой в свет? Можно сказать, что у нас первый выход в свет. Мы еще пока нигде не представлены, но вот линеечка, которую сейчас мы презентуем, это та линейка, которая разработана специально для российского ритейла и российского покупателя. В данных рецептурах, за счет того, что здесь только натуральные ингредиенты, корма соответствует сегменту холистик. Это тот сегмент, который не распространен в российском ритейле и которого так наш российский покупатель очень ждет. Замечательно. В 2021 году, в 2022 году повестка на ЗОЖ питания всех людей. Я так понимаю, люди стали следить больше за своим питанием и, конечно же, теперь обращают внимание на питание своих любимцев. Поэтому уверен, что продукт будет очень популярен, потому что люди, конечно, задумались о питании и здоровье. Спасибо вам большое за вашу работу. Надеюсь, выставка подарит вам много интересных бизнес-контактов. Большое спасибо. До свидания.